Итак, друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budoshin.ru, www.budoblog.ru и www.makivar.ru. В этом видео я хочу рассказать вам о том, что в октябре месяце я запланировал в Иваново провести семинар по работе на всех упругих макиварах. Семинар этот, в общем-то, является реалити-версии с моей части книги, которая скоро, в общем-то, должна выйти, которую мы пишем, уже написали, можно сказать, совместно с Сергеем Будюком. Почему уже написали? Потому что она уже не просто написана, она уже в редакции. То есть сейчас она дорабатывается, и на Новый год она, наверное, выйдет. А может, даже раньше. То есть она, в принципе, готова. Вот. Вот о том, что в плане моей части там в этой книге есть, а это очень большая часть, наполовину книги. Вот. Я и проведу семинар. И приглашаю всех желающих. Семинар будет проходить в специализированном зале. В зале закреплены 5 стационарных профессиональных макивар. Также возможность есть для того, чтобы разместить макивары портативные. Тоже профессиональные портативные макивары, еще штуки 3-4. Так что, в общем-то, ну, достаточно макивар, чтобы всем все попробовать и даже, ну, реально поработать. Потому что, на самом деле, ну, количество мест на семинаре будет ограничено тем, сколько может себя вместить народу зал. А реально, ну, это небольшой зал, хоть он, ну, нормальный, специализированный, хороший, действительно хороший зал, но вместить он может одновременно человек 20, вот так примерно. Вот. И примерно 10 макивар получается. Значит, на двух человек одна макивар приходится. Вообще замечательно. Вот. О том, когда состоится конкретно семинар, какие часы и все такое прочее, об этом я дам дополнительно анонс и в видеоподкасте, и, конечно, на всех своих сайтах, которые я вам уже перечислил. Это www.budoshin.ru, www.budoblog.ru и www.makivara.ru. Вот на этих сайтах будет анонс еще раз там. Что же сейчас сделать нужно тем, кто, ну, примет решение участие принять в семинаре? Или думает принять участие в семинаре, еще не принял пока решение, но об этом уже задумался. Надо написать на мой e-mail www.budoshin.ru. Вот, если вы не знаете, как это правильно пишется, вот, то вот просто сделать очень. Вы можете написать на любой другой email, который есть на моих сайтах. Чтобы найти мои сайты, надо в Яндексе набрать либо Будошин, либо Будоблог, либо Макивара Шилова, либо Макивара Будюка Шилова. Вы попадете на мои сайты, на моих сайтах есть связь, есть обязательно email. Вот на любой напишите запрос, что вы желаете принять участие в семинаре. Просите вас уведомить, ну, за неделю, когда будет семинар, а также сообщить уровень подготовки свой, то есть чем вы занимаетесь, сколько лет, есть ли опыт работы на макиваре, или вообще какого нет опыта, ничем никогда не занимались, или так для себя занимаетесь, нету разрядов, ничего нету, вот, но желаете принять участие в семинаре. Семинар для всех, из него вынесут обязательно полезные все. И те, кто занимается давно, и те, кто никогда не занимался. Вот. Потому что будут так, аспекты те, которые освещаются очень редко. А учитывая тот факт, что по работе на макиваре семинары вообще редко проходят, то есть аспекты, о которых даже опытные ничего никогда не слышали. Я в этом уверен на 200%. Вот. Так что жду вас, давайте пишите письма и будем определяться, когда, чего и как. А вам удачи,
до встречи. Всего доброго.